南西。擦货。擦。擦货。야간라남시차고여아래여아래야간라남시차고여아래러시아러시아래러시아래러시아래러시아러시아래야레야깔오가오나마남나마남가오시부시사시남시가오시부시사시남시차와남시차와남시차와여아래러시아래야간남시초여아래나와살았다나와나와다르다다다시뚜까뚜나와뚜나와뚜빼나남시
사슈 치고 사카다카타케 차 게차 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 대부신 게차 대부신 기자대보시
됐는데 됐는데 Tiki. Kitchen. 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 Good job.
차보, 차와, 차시. 익생과. Или эти предложения, которыми, в которых есть эти прилагательные, которые мы проходили. Горячий. Цапо, цава, цащу. Сравнительная степень этого прилагательного. Горячий. Джакар. Индия. Джакар – это Индия. Ла. Ла – это Инд. Ладын. Ладын? Инд. Над Инд. Намши. Weather, climate. Намши? Намши. Weather. Weather. Ла – это В, то есть в Индии. Climate. Намши – это погода. Переводится как погода. Намши. То есть в Индии погода. Цапо. Цапо – горячий. Жаркое. Йоре. В Индии жаркая погода. Дословно мы переведем так, значит. Джакарта намши цапо йоре. Джакарта намши цапо йоре. Weather in India is hot. Ну и как мы уже перевели, погода в Индии горячая, жаркая. Climate in India is hot. Климат в Индии. Джакарта намши цапо йоре. It's a positive. Цапо is positive. Это первая степень сравнительная степень прилагательного. And here is comparative. Второе предложение это вторая сравнительная степень. Россия and India. Россия. 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 То есть. Comparison. Yeah, это сравнительно. Чем? Джакарта, Индия. Намши. Намши погода. Погода. Yeah. Цава. Цава. Горячее. Hotter. Жарче. Йоре. То есть в Индии погода жарче, чем в России. The climate in India is hotter than Russia. Yeah. Ну и как мы уже перевели, погода в Индии намного жарче, чем в России. Россия ле джакар намши цава йоре. Climate in India is hotter than Russia. 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 Россия. Россия. Урусу. Урусу. Also Урусу. I think it's like a Soviet name. Урусу это как Советский Союз. And Russia? No. Урусу is like Russian language, yeah? Урусу. Урусу. For country also we say Урусу. Урусу. Для столицы мы также скажем Урусу. Урусу это русский, то есть язык. Урусу. Урусу бе. Есть тибетско-русские слова. In old time we say Урусу, we crush it. We say Урусу. В старые времена мы говорили, ну, большая столица, то есть большая страна, то есть СССР мы говорили Урусу, а не Урусу. Nowadays, some of people, they use this word, Россия. Но... Not Урусу. Но многие используют Россия. Россия. Я как нам же сказал, climate in India is hotter than
Россия. Yeah. This is the comparative. Это вторая сравнительная степень благодарности между Россией и Индией. Между чем? This is the superlative. И третье предложение – это превосходная степень благодарности. Hottest. Самое жаркое. Тава. Тава. Тупе. Нан. In the month of June. А, дава. Тава, тупе, нан. In the month of June. Can you translate? Тава, month. Тупе means six. Yeah. This is June. Six. Okay. Тупе. Тупа. Тава тупа is called June. Okay. Нан. In. Так, дава – это месяц, дуб – шестой, шесть, но дава дуб – это значит июнь по-нашему, в июне месяце, дословно переводится. Пей – это ладон, который связывает слова, а нам – это в… Намщи. Намщи. Намщи – погода. Погода. Цащу – протест. Самое жаркое. Йоре. Йоре. Есть. In the month of June, climate is… Hottest. В июне месяце погода самая жаркая. Hottest climate is in June. Чакарла. Hottest climate is in June. Чакарла. Ну, Чакарла, yes. Чакарла. В Индии. Yes. Or in maybe. And if we want to say about India, we speak like this. Чакарла, Дава, Джукпай. Yeah. Or you can say Jagarla Dawa Tube Nang Namshi Sashiyar. Or you can say Dawa Tube Nang Jagarla Namshi Sashiyar. Whether you put here or here, doesn't matter. Я спрашиваю, как тогда мы поставим, если мы будем включать сюда еще в Индии слово. Гешала говорит, что нет большой разницы. Мы можем поставить перед, то есть Джакарла, Дава Тупе Нан Намши Сашиёр. Или же мы можем сказать так. Дава дупе нам чакарла намши сашу йоре. One question: why now you use na or not la? Huh? Why ладон на? Why? It's not ladon. It's just in. Always. Always. Always in. But why you not use la here? Yes, it is not necessary. It doesn't matter. No, we never use la here. If you thought to be la, it's completely wrong. Вот мы никогда не употребляем la после с такой конструкции. Это будет неправильно звучать. Дупе la неправильная конструкция. Мы говорим на. Да? Thought to be la намщи цауи. Thought to be нам in. In June, in June. And translate, its meaning of translate, this in, nang. This is translate, yes. It's not a, grammar. Yeah. Grammatical words, not grammar. Just always we use in. Come in. Yeah. Nang la sho. Nang la de. Sit, no, inside. In, yeah. Like in. Nam всегда переводится как в, внутрь. То есть, имеет значение внутрь. Проник, внутри. Cup nangla charu. Put tea in the cup. But when you use with in. Time, in when you use with time, for example, with month, you want to see about you want to speak about sometimes, yeah? Mm-hmm. Ну, как бы промежуток, как? Сам. Like wherever we use this nang. Okay, and when we use la? La on different. Is it just written on different? Is it a case like a case? There's 10 cases. Uh-huh. For about 5 cases, we use this la. Uh-huh. Just
not easy to explain here this time. Uh-huh. We have to learn. Я спрашиваю, когда мы употребляем ла? Ла. Это трудно объяснить, говорит Гешева. Есть специальные правила, то есть со временем это становится уже привычным. When we discuss grammar, then it will be clear. When we discuss about grammar, Tibetan grammar, and we discuss about cases, lagan. Lagan. There are seven lagan: su, ra, ru, tu, na, la, tu. And when these, how they reuse, at that moment we'll know that. Когда мы будем изучать в разделе грамматики о ладонах, то есть связках специальных, то мы, их семь всего существует, то мы будем знать больше об этом. And now here, чипу, чипу, чива, чива, чищу. И вы видите новое прилагательное, чипу, чива, чищу. Then send it for this. Чибу, чива, чищу. Поздно, да. Поздно, да? Поздно, да? Later, yeah? Late, yeah. Чипу, late. Чива, later. Later. And чищу, latest. Latest. На, ай. Yeah. Then, night. Night? Night. Day, night. Okay. Сен – это ночь. Night. Day, night. Сен – ла. В ночи, во время ночи. Ночь. In the night, yeah? In the night. In the night. In the night, yes. Чипу. Поздно. Late. Я поздно ночью. Sleep. Нет. Нет. Спал. Сплю. Нелькие. What time? What time? Not time. What formal? Just time. Just not speaking about it's time. It's present. Huh? It's present. Past, future. It's present, yes. Okay. Not это time. Это настоящее время. Нелькие. It's present. Я сплю. На цен ла чибу яги. I sleep late at night. Я поздно ночью засыпаю, да. I sleep late. I get up, yeah? I get up. We can translate yes, like yes. This. I get up early. Late. In the morning, yes. Very late, yeah. Ему можно перевести так. Я засыпаю поздно ночью. Here, на цен ла чибу яги. I sleep late at night. Yeah. На цен ла. Чипу. Или же я поздно ночью сплю. I sleep late in the night. At night. This is for late. Чипу не гиё. На цен ла. Чипу не гиё. I go to sleep. Yeah. I sleep late at night. Гешела, please. Huh? It's the meaning of these sentences. It's like I go to sleep or I sleep. Just I sleep, you know, I know. Go na tsen la chibu nyaga dogi means go to do. If I say na tsen la chibu, but meaning. Meaning yes. If we say na tsen la chibu nyel to dogi, if I say dogi do means go. Uh-huh. And I go to sleep late in the night. Вот поправка такая, кто-то переводил, yes. Что я засыпаю. Нет, я не засыпаю. Тут говорится о том, я сплю поздно ночью. Вот я одно день другие. I sleep late at night, just only. Если будет употребляться глагол do, идти, то тогда будет так. Я иду засыпать поздно ночью. Я засыпаю. На цен ла чибу не гию. I sleep late at night. Логично. I go to sleep late at night. Okay. Если мы поставим другие, то будет я засыпаю поздно ночью. Нале. Сунам. The name of a person. Сунам. Сунам это имя человека. Нале. Нале. Ле. Сунам. Ле. Then. Чива, later. Негре, sleep. How translate this? Смотрите, сунам чива негре.
Сонам, сонам, сонам позже засыпать, чем я. Sleep later than me. Вы видите ли, опять же, чем? Сравнительная степень вторая. Между, то есть ла, я, ле, чем, сонам, имя. То есть сонам, чем я, дальше идет. Чива, позднее, ня-ги-ре, ня-ги-ре, спит. То есть он спит позднее, чем я. Later than me. Sonam sleeps later than me. Like but the meaning is go to bed. Yes, no? Yes, good, yes. Yeah. И значит значение здесь будет он засыпает. And sonam chiva nega tugre. If you say clearly, and sonam chiva nega tugre. Like this. Yeah, I and sonam chiva nigre. Sonam go to and sonam sleeps later than me. And we can say like this also. Sonam go to sleep later than me. Но мы также можем перевести, вернее, корректно будет по-русски только одно, один перевод. Sonam засыпает позже, чем я. Потому что спит позже, чем я, не звучит. But indirectly we go, we know this. Go to here. Yeah. Indirectly. Aman la chishu simgire. Amala. Amala. Ama. Shishu. Ama, it's man or woman? Mother, mother. Mother. Ama. Excuse me. Amala. Ama. Amala. Ama, mama. La. Уважительное отношение к матери. Amala. La is just honorific for yeah. Ama. Уважительное отношение. Shishu. Latest. Самый поздний. Sim is honorific for nyan. Sim. Sim. Это уважительное, уважительное слово. И переводится оно так же, как нель, то есть спит, засыпает. Mother sleep latest. Да. Latest. Мама. Mother go to sleep мама. Latest. Да. И дословно мы переведем так. Мама засыпает позже. Самое позднее, кто засыпает, это мама. Latest. Кеча. Кеча дальпуше. Кеча. Дальпу ше. Slow. Speak. Speak slow. Кеча. Speak. No. Ше means this. Кеча means talk. Ага. Talk. Кеча это говорить. Talk. Slow. Slow. Ше. Ше. What's this? Also, actually, ше means to speak out. Talk. Stop talking. Yes. No? Stop talking. No, stop. Kese debushe. Speak slowly. Please speak louder. Not louder. Slowly. There's only just a shame to tell or to speak. For tell also she. And to speak. Kese she. Kese she. В общем, дословно переводится это предложение так. То есть, говорить медленнее. Попросить кого-то говорить медленнее. Кеча. Кеча. А где там кеча? Кеча. Кеча дельпо ше. Дельпо. Дельпо. Дельпо means slow. Just don't speak very quickly. Just speak slowly. No, please speak slowly. But here, slow means, let's just say, and дельпо is slow. Решила объяснять значение этого предложения. Кеча, когда мы говорим, пожалуйста, не говорите быстро, нет, говорите медленно. Кеча, вот это предложение переводится так. Кеча. Говорите медленно. Кеча дельпоще. Speak slow. Предложение просто формулируется. Нет, как это называется? Словосочетание? Нет. Кеча дельпоще. Когда мы Without, please, yes. Okay. Speak slowly. Yeah? Speak slowly.
It's like order, yes. Да, это повелительная форма. Devil, yes. И переводится это так. Говорите медленно. Speak slowly. Все, не будем здесь объяснять. Speak slowly. Slow. Speak slow. Yeah. Speak your... Okay. 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 Then, Dejin le digi gecha delwa. Okay. Missing wa. Delwa. Дешала забыл написать ва. Подправьте, пожалуйста, там где. Делва. Сейчас. Дети talk more slowly than Дежин. Деки говорит намного медленнее, ну то есть медленнее, чем Дечен. Вы видите? Дечен. More slowly than Дэчен. Окей. Дэчен – это имя. Ле – чем. Дэки – дэки – имя. Кече – говорить. Далва – медленнее. Шесу. What's this? Шесу. 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 А, говорить. Дэчен – это реально. Дэки – talk more slowly than Дэчен. And why we... Use here two verbs, keche and shesu. Actually, keche is not verb. What's this? Keche is just talk or just one. Conversation. Keche means conversation. Okay. Yes, keche переводится не говорить, а разговор. То есть, деки ведет разговор медленнее, чем дечен. Вот так будем переводить дословно по-русски. По ла кеча дельшу шесун. По. По ла. Grandfather. По. 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 Дедушка. По вола. Дедушка. Ла. Кеча. Уважительное. Дельшу шесун. Grandfather. Talks. Дельшу. Slowest. 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 Дедушка говорит медленнее все. Ну, дословно переводится. Ну, да, кидит ты ищущим. Grandfather speaks. Пово – это дедушка. Ла – уважительное отношение дедушки. Кичу – разговор. Кича – разговор. Дальше. Дальше. Дальше – самое медленное. Ищущу – говорить. Вести разговор. Пово – ла – кидит ты ищущим. So again, now we just practice some how to read. Ну и заострим свое внимание сегодня на том, как читать эти предложения. So I think, you know, Kerala, Namshi, Thabu Yore, the climate in India is hot. Первое предложение переводится как в Индии погода жаркая. Россия же кягар нам все цаяльс. Climate in India is hotter than Russia. Второе предложение переводится так. Климат в Индии, то есть погода в Индии намного жарче, то есть жарче, чем в России. Дава джупе нам намхи чаши йоре. In the month of June. The hottest weather is in month of June. Yeah. И третье предложение переводится так. В июне месяце самая жаркая погода. На цела чипу негую. I go to sleep. Leave night. Нет. Следующее предложение переводится так. Я засыпаю поздно ночью. Вот да. Мале сонам чива не гире. Сонам go to sleep later than me. Второе предложение переводится так. Сонам засыпает позже, чем я. Мале сонам чива не гире.
Негиле. Амала чишуе сингере. Амала grandmother. Амала my mother go to sleep the latest. И следующее предложение переводится так. Мама засыпает позже всех. Самое позднее. Кетя, я больше speak slow. Speak slow. Говорите, вести разговор медленно. Дезинле, диги, кетя, делова, шесу. Диги, talk more slow than дичин. Деки говорит медленнее, чем дичин. Пула, кетя, дельшу, шесу. Grandfather, speaks most slowest. Most slowly. And the grandfather talked slowest. Uh-huh. Slowest. Yeah. И дедушка говорит, дедушка медленнее всех говорит. This is just, you know, when we speak quickly. Но это, конечно, употребляется, когда мы в разговорной речи больше. So today we will start learn this, how to read now. И теперь мы будем учить, как читать это все. And this is really hard for you to talk like this at the moment. На данный момент нам трудно говорить это. Мы будем учиться читать. Yes, as we need just only to show the sentence, how this positive and comparative and superlative. Yeah. Right, said. Adjective. Use. Yes. Yes. И Гешала просто показывает эти предложения, просто употребляет эти предложения для того, чтобы показать, как употребляются прилагательные в сравнительной степени в тибетском языке. And how to read Tibetan letters. И как правильно читать буквы тибетские. So we will start learning how to read this. Мы и начнем, пожалуй. Jakar Jakar la Jakar la Nam shi Nam shi Nam shi Nam shi Thapo Thapo Yore Yore Jakar la Jakar la Nam shi Nam shi Nam shi Nam shi Thapo Yore Thapo Yore Rashiya le Rashiya le Jakar Nam shi Tawa Yore Rashiyale Gyakar Nam shi Tawa Yore Dawa Dukpe Dukpe Nang Nam shi Tashu Yore Dawa Dukpe Nang Namshi Tashu Yore Nga Tela Chipu Nyegiyu Nga Tela Chipu Nyegiyu Nale Sunam Chiwa Negire Nale Sunam Chiwa Negire Amala Chishu Singire Amala Chishu Chishu Simgire Simgire Kecha Kecha Delpo Delpo She She Kecha Kecha Delpo Delpo She She Dechenle Dechenle Digi Digi Kecha Kecha Delwa Delwa Shesung Shesung
대첸레 대첸레 디기 디기 게차 게차 델와 델와 셰송 셰송 보라 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 게차 게차 델슈 델슈 셰송 셰송 자갈라 자갈라 남시 남시 차포열에 차포열에 러시아레 러시아레 자갈 자갈 남시 남시 차와열에 차와열에 다와두베 다와두베 낭 낭 남시 남시 차슈열에 차슈열에 나첼라 나첼라 치부 닐기유 치부 닐기유 나첼라 나첼라 치부 닐기유 치부 닐기유 나레 나레 손남 손남 치와 닐기레 치와 닐기레 나레 나레 손남 손남 치와 치와 닐기레 닐기레 아마라 아마라 치슈 치슈 승기레 승기레 게차 게차 델보 델보 셰 셰 대첸레 대첸레 디기 디기 게차 게차 델와 델와 셰송 셰송 보라 보라 게차 게차 델슈 델슈 셰송 셰송 보라 보라 게차 게차 델슈 델슈 셰송 셰송 자갈라 자갈라 남시 남시 차보열에 차보열에 러시아레 러시아레 자갈 자갈 남시 남시 차와 차와 열에 열에 다와 다와 두베 두베 낭 낭 남시 남시 차슈 차슈 요레 요레 나 나 첼라 첼라 치포 치포 닐기유 닐기유 나레 나레 선남 선남 치와 치와 닐기레 닐기레 아마라 아마라 치슈 치슈 승기레 승기레 게차 게차 델보 델보 셰 셰 대첸레 대첸레 디기 디기 게차 게차 델와 델와 셰송 셰송 보라 보라 게차 게차 델슈 델슈 셰송 셰송 Some of us we read all collectively. Yeah. Then after that, one by one. Опять мы теперь прочитаем все вместе, но уже без Гешела, а потом каждый по отдельности. Please read. Джарва. Наши цапо йоре. Дава дубе нам. Намши цаши юре. Ма цанла чичбо нам ию. Ма ле сунам чива нельги юре. Амала чимшу симгире. Симгире. Again, please. Еще раз. Джакарла намши цапо юре. Еще раз.
Еще раз. Ца-ка-ла-ла. Нам-ши-ца-го-йо-ре. Ча-ка-ла. Нам-ши-ца-го-йо-ре. Ча-ка-ла. Нам-ши-ца-го-йо-ре. Ра-ши-я-зле-ле. Ча-ка-нам-ши-ца-го-йо-ре. Ра-ши-я-ле. Джакар нам ши цауа йоре. Рашия ле джакар нам ши цауа йоре. Дава тук пей нам нам ши ца шу йоре. Дава тук пей нам нам ши ца шу йоре. Дава дук нам 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 ши ца шу йоре. Нам на целла чи ши бо не ли ю. Ма целла чи бо не ли ю. На целла Цэнла чилпо нэнгийю. Ма мэ сэна чилла нэнгийрэ. Ма мэ сэна чилла нэнгийрэ. Ма лэ сэна чилла нэнгийрэ. Ама ла чишу сэнгирэ. Ама чишу сэнгирэ. Ама ла чишу сэнгирэ. Сэнгирэ. Кича дэльпо шэ. Кича дэльпо шэ. Кича дэльпо шэ. Дечен-ле, деки, кеча, делва, шесо. Дечен-ле, деки, кеча, делва, шесо. Ково-ла, кеча, делшу, шесо. Ково-ла. Кеча дельшу шесо. Тула кеча дельшу шесо. Ягар ла. Сейчас, вот так как объясним гешала. Рака да га это гя. Га это гя, да, и так далее. Чтобы каждую буковку себе объяснять. И тогда мы запоминаем каждую буковку. И мы, когда начинаем уже хорошо, долго начитывать, мы уже спокойно смотрим и видим, там, например, что здесь Джакарла написано. И мы легко можем это прочесть. Okay. Our main aim is to read the books, you know. Yeah. So for that, this practice is very necessary. But in class, we do on the, all the time we go on that. Гешала настаивает на том, что эта практика очень важна, и это самая важная практика на данный момент сейчас для нас. Поэтому он дает домашнее задание нам вот прочитать хорошо, научиться читать все предложения, которые он нам дает, и учиться читать так, да, от лету. Если мы не можем, то читаем вначале по буквам, каждую букву. When we text like this as much as possible, then you can read very quickly. Как можете, старайтесь больше практиковать и будете уже читать быстро. So if you don't know how to read quickly, then even if you know reading this different level, but in you know real practical in saw offering and many in teaching, when we read books, yeah. you cannot read with the other people. Of course. Например, на ритуальных практиках, там, на пудже, на цоге, в
Вы не сможете читать то, что написано быстро. Почему? Потому что вы не можете быстро читать. Поэтому вы должны практиковать читать быстро. Как можно больше читайте, читайте, читайте. And most most important thing is that you should be regular to attend in the class. Yeah. Then you will gradually after many times. И, конечно же, важное правило это приходить всегда, стараться приходить постоянно в класс, приходить на уроки, соответственно, у вас будет больше навыков освоения чтения. И, соответственно, и больше дома читать, как можно больше читать. Just if you cannot come regularly, then it's not much use. Если вы не, если вы не часто приходите, вы не так часто используете. If you come regularly, then gradually in 1 year you can read nicely, perfectly. Зависит, конечно, от ваших способностей, но как говорит Гешава, вы можете за один год научиться читать быстро. And you have any problem of reading or this meaning, then you can ask me. Really? Если у вас действительно есть проблемы с чтением, вы не можете что-то прочесть, вы можете меня об этом спросить, говорит Гешала. Or you can come to our, if you have time to learn or your interest, you can come to in our office sometime also and ask me. Также вы можете прийти в офис Гешала и спросить его об этом, свободное его время. Гешала может сказать, где он находится, этот офис, легко. Yes, I will teach as without any difficulties. You can teach this because very friendly and very nice. I want that you, if you read very nicely and very quickly, I feel very happy. Он искренне, правда хочет, чтобы вы научились быстро и хорошо читать. Поэтому он приложит все усилия для этого, но вы должны сами стараться. So you have a very lot of good interest, and with the interest, not only interest, you should put some efforts to learn. Для того чтобы действительно что-то достигнуть, нужно хорошо интересоваться и прикладывать усилия к тому, чтобы достигнуть этого. Only interest doesn't work, you know. You have to put some effort, and only then, within 1-2 years, you can read nicely, and then you that on, you can gain a lot of knowledge. Yeah. As well as lot of merits also. Ну и когда этот год, то есть за год мы можем хорошо научиться читать, накопить также заслуг. And this not so necessary to explain you, but you all know very well more than me. You can do and that's anyhow just to remind you, please. You practice like this, reading by spelling. That's very good. Ну еще раз Гешала повторяет о том, что о большой значимости вот этой практики повторения по буквам каждого предложения, заучивание и зазубривание, если надо. Or you can, if you have any book Tibetan, like a Heart Sutra or Parichava, like that, just start planning from the beginning, and then just reading like this. И здорово, если у вас есть какие-нибудь книги на тибетском языке. Куда ходить? У нас есть все практики, там есть тибетский шрифт. Если у вас есть, говорит Гешала, сердечная сутра, Пражни Парамита или там Дорджи. And you just start learning like this. And if you, there's if any point when any letter you don't know how to read, and at this moment, just after this teaching, you can ask me. How to read this and this way you can read more rapidly. Вы берете эту книжку и начинаете читать по буквам каждую. То есть начинаете учиться читать свои практики, вот эти книги. Если у вас есть какие-то препятствия, вы не можете что-то понять, вы можете спросить Гешала об этом. Он с удовольствием вам объяснит и расскажет. So in this way you can read book. Поэтому очень важно читать книги. And that will be helpful for you. And for all of us. Nice. Это будет намного полезнее для всех нас и для всех нас. So even if you don't know how to read this very nicely, but you should try your level best. Yeah. To know slowly. It's not much hurry. Yeah. Not much hurry. Yeah.
Не надо сильно прикладывать усилия. Вы должны, конечно, постепенно, вот, немного-немного, то есть хотя бы каждый раз, каждый день там, значит, ну, читать что-то, но медленно-медленно, но верными шагами. As in English proverb also there, slow and steady wins the rain, wins the race. Slow and steady wins the race. Wins, what's this? Win means... Выигрывает скачки. Win the race, win success. Медленно, но верно выигрывает скачки, говорят. Такая существует поговорка. So, far-sighted, and then you put some efforts. Okay. Not short-sighted. Окей. Ешуа говорит, в начале... First what? You did. Ну, в общем, мы должны прикладывать усилия к этому. В общих чертах было сказано так. Если бы он сказал, что надо быть незамкими, а для назора надо. Ага. Ишала, can you, может быть, после?